Добрый день, адвокат Упоров, Екатеринбург. Хотите заниматься сексом с молоденькой симпатичной девушкой? Ну что ж, интересное и увлекательное занятие. Но рекомендую проверить и убедиться, что девушке есть 16 лет. Ибо согласно статье 134 Уголовного кодекса Российской Федерации половое сношение с лицом, не достигшего 16 лет, запрещено и грозит за это наказание до 4 лет лишения свободы. Проверяйтесь, предохраняйтесь, будьте осторожны, соблюдайте закон. До свидания.